Всем привет, девочки мои! Начинаю новое видео. И куда я сейчас собралась? Решила в Икею съездить. Нужно мне там купить коробочки для шкафчика и рамки посмотреть. Ну и еще такое, что посмотреть. Так что я на остановке еду сейчас. Мне очень даже, девочки, повезло. Мне автобуса ждать долго не пришлось. Так что я села на переднее сиденье, чуть-чуть поснимаю вам дорогу и поехали. Новый магазин построили. Что здесь было? Интересно. Мойка. Нет, мойка дальше. Стоянка там была. Давно я здесь не была, тем более на транспорте. Раньше у нас автобусы останавливались вот тут, под Икеей. А сейчас уже за Икеей вынесли их за пределы парковки крытой. Под открытым небом автобусы. А вот там я смотрю на скейтах, на самокатах. Детишки катаются. Здоровско. Ладно, пошли. Пошли. В общем, надо туда вот мне пройти немножечко. О, здесь полно парковочных мест. Ну, правда, и день сегодня будний. Сегодня у нас что? Среда. Так. Вход там. Еще где-то должен быть вход правее. Ну ладно, идем туда. Вот у нас тут вход в Икею. Кстати, обычно я всегда с Меги заходила. А сейчас с парковки. Ну ничего, у нас сегодня прогулочка. Так что заходим. Народу в Меги мало сегодня. Очень хорошо. Я выбрала вот как раз таки такой будний день. Отлично. Дошла я до магазина Хобби Гипермаркет. Леонардо называется. Пойду посмотрю, там, может быть, рамки есть. О, я смотрю, что здесь такой магазинчик. Очень много интересных вот такие поделки делать. Наверное, для взрослых, для детей. Вон какие-то рамки наверху стоят. Детские игры. Здесь много-много, смотрю, интересных вещей есть. Может быть, здесь даже будет вот это вот вышивание, которое называется то, что я делаю. Вот это интересно. Похоже что-то. Что-то похожее. Так. А вот это что? Набор для вышивания. Ну, это вышивка, видимо, нитками идет такая. А мне нужна... Мне нужна вышивка. Не для ниток.
набор для творчества мозаика. Ну, это совсем для маленьких детишек такая. Так, ладно, но здесь мне ходить. Вообще большой магазин, здесь много интересного чего-то есть. Ходить мне нету времени особо тут. Поэтому я сейчас пробегусь. Вышивание пяльцами, не пяльцами. Смотрите, сколько тут разных картинок. Вот, вышивание бисером. О, интересное тут что-то. Картинки какие-то есть. Любопытно, любопытно. Вот это уже для взрослых. Надо посмотреть. В общем-то, тут тематика одна. Но есть и цветочки, и кошечки, и всякая всячина. Интересные такие картиночки. Я думаю, для них должны быть тогда здесь и рамки продаваться. Ой, как их тут много. Так, это нитки мулины. Так. Ну, посмотрим, сейчас посмотрим. Набор для вышивания с лентами и бисером. Просто с лентами. Так, интересные дела. Ленты и бисер. В общем, как говорится, шелковые ленты. Контур нанесен на ткань. Вообще, я в этот магазин первый раз зашла. Очень-очень тут интересное. Набор для вышивания Long Stitch. Даже не знаю, что это такое. Но любопытно. А вот это что-то 3D. Дизайн. Так, ну для вышивания я увидела там... Бисером тоже вышивание нитками идет. И я смотрю, тут очень много всяких разных рамок. Интересно, найду я здесь рамку подходящего размера. Я смотрю, цены тут не дешевые. Вот тут сколько ниток мулины. Вышивайте сколько хотите. Даже какие-то вот есть фурнитура какая-то для ручной работы. А бисера сколько? Ой-ой-ой, видимо, не видимо. Какой хотите есть, полно прям. Прям полно. О, тут еще больше. Ниток разноцветных полно. Ленточки. Разные молнии, разных-разных цветов. Ленточки есть узенькие и широкенькие, какие хотите, красивые всякие. Вот какая блескучая. О, какие классные. Во где теперь я знаю, где брать ленты. О, сколько ленточек. Сколько ленточек разной ширины. Классные всякие есть. Здорово. Тут, кстати, машинки швейные есть еще. И коробочки. Аксессуарчики. Так, ну рамки пока я здесь не остановилась на том, что мне нужно за рамок. Тут еще есть досточки для выжигания. Очень интересно. Очень-очень. Так. Тут что? Тут тоже какие-то такие из дерева поделочки можно делать. Маски. Маски можно разукрашивать. Да, интересный магазинчик. Я даже не ожидала, что это. Это цветная бумага. Ватман большой, цветной. Есть поменьше листы. Глина полимерная. Лепить. В общем, для творческих людей большой здесь есть выбор. Я даже не знала про этот магазин. Так, ну тут много-много всего. Так, ладно, пойдем дальше. Тут есть всякие разные трафареты. Интересно дело. Для рисования краски. Упаковочная бумага цветная. Такая она как гофрированная чуть-чуть. А
подарки делать. И вот разные еще украшения тоже. А вот это вот такие штучки для того, чтобы их разукрашивать краской. Я тут увидела алмазную вышивку как раз у входа справа. Но только здесь крупные такие алмазики. Крупные. А я делаю миленькие. Вот это крупноватые. Может быть, миленькие тоже тут есть. Надо посмотреть. Я смотрю, наверху есть там какие-то картинки. Там вроде как чуть поменьше, но все равно крупноватые. 363 рубля стоят. В общем, тут надо их смотреть. Они есть разные. Но в основном, конечно, крупноватые. Вот это интересно. Да, конечно, много тут очень интересного и интересных магазинов, но моя задача купить то, что мне нужно, и не устать еще, потому что если сейчас буду лишнее движение делать, то я устану. Вообще Икею, честно говоря, не очень-то люблю из-за этих лабиринтов. Я люблю, когда, знаете, зашел. Так, а где у нас, что, тележку взять, что ли? Я люблю так, чтобы зашел, не успел еще устать и вышел. Это не та тележка. Так, взять вот такую. О, беру вот такую вот. И все, погнали. В общем, сократила я, девочки, путь. Прям сразу срезала, взяла схемку, спросила. И вышла прям сразу к посуде. Так, ну сейчас я быстренько гляну, что тут по посуде. Особо мне тут ничего не нужно, потому что у меня как бы все есть. Ну, может быть, пару тарелочек я бы прикупила еще. Ну, посмотрю еще, может, что-то полезное увижу, о чем просто не помню сейчас. Так. Пока что ничего для себя полезного еще не увидела. Так, а что это за интересные такие баночки? Что это такое за баночки? Надо посмотреть сейчас. Зашла в отдел контейнеров, девочки. Я смотрю, тут такие вот разные, конечно, есть контейнеры. Но здесь вот такие вот крышки. И вот эти вот еще уплотнители какие-то. Ну, из-за этого они как бы стоят, получается, и дороже. Но мне, наверное, с такими крышками не хотелось бы. Просто хочется обычные простые крышки иметь. Какая-то вот такая что-то крышка тяжелая. В общем, какие-то такие новые всякие штуки появились. Ну, такое не хочу. Ладно, пойдем дальше. Может, встретится что-нибудь мне другое, попроще. Во, нашла такие тарелочки, вот как у дочки. Мне, кстати, нравится. Стоит 59 рублей. Другие тарелки у меня есть. Ладно, идем дальше. О, какая деревянная миска интересная. Стеклянная посуда, прозрачная. Кстати, давно уже хотела себе взять. Иногда снимаю что-то, нужно бывает такая посуда, чтобы была прозрачная. Вот нашла как раз. Давно собиралась и наконец-то нашла. Так, тут такие вот деревянные есть штуки, стеклянные еще. А вот это что-то металлическое. Так, ну короче, посуды полно всяких цветов, разные тарелки. Идем дальше. Вот какая штука, 999 рублей стоит. Для тортика, наверное. Вот такие вот наборчики. Матовое стекло. Тут как раз прям наборами все продается. Бокалы. Интересное дело. Там вот чашки. Чашки. Тоже бокалы, бутылочки. Так. Что-то тут еще. Рюмки всякие. Так, ну это мне не нужно. Я это все прохожу мимо. И идем дальше. Так. А тут подушечки всякие, пледики. Так, тут гардины, шторы. Там еще карнизики продают. Идем дальше. Мне это не нужно. Так, пледы, одеяло, подушки. Наволочки разные такие декоративные есть.
Так, мне бы не пройти вот эти мои коробки, которые я хочу. Где они тут есть? Где-то тут они должны быть не очень далеко. А это что за коробки такие? А это просто чехол. Так. Сокращаю путь. Во, ковры, ковролинчики, тут разных размеров есть, коврики такие небольшие. Так, ну это не то. А вон какие есть побольше, на стенах висят. Мойки, вот такие полки. Так, я пошла опять по какому-то большому кругу, хотя я видела, где можно сократить путь. Такие полочки напольные мне не нужны. Так, здесь для ванны, для туалета, в общем-то, полотенца и разные аксессуарчики такие вот есть. Вот, подставочки для ног, зеркала маленькие. Тут разные люстры, я даже вижу симпатичные какие-то, есть простенькие, обычные, ночничок вот такой на стену, вот такое освещение. Так, идем дальше. Вот, я дошла до отдела коробок. Вот надо сейчас мне выбрать коробку. Так, ну кое-что я взяла, коробочки взяла. Идем дальше. Что еще я хотела? А, я хотела посмотреть рамки, если тут есть для фото, если их тут продают. А если не продают, то тогда не знаю, где буду брать. О, какая-то рамка 13×18. Но это маловатенькая будет мне. Надо побольше. Посмотрим. Кстати, сколько она стоит? Ну, приемлемая цена 119. Хорошая цена. Так, я смотрю, тут большие рамки 30×40 есть. Но цена вообще приемлемая. И вот размер, в принципе, я бы такой бы даже взяла, если только белая была. 109 рублей вообще меня устраивает. Потому что, ну, других рамок нет под моей картинки. Посмотрим еще, может, дальше есть. Вот, чехлы для одежды есть. Вот, кстати, подумывала я о таком вот полочка складная. Повесить ее в кладовку. Но нет, она по глубине большеватая. Я боюсь, она очень много места у меня займет. Хотя вот это было бы прикольно. Да, поменьше бы глубина была бы, было бы лучше. О, кстати, ящик на молнии. Так. И он такой клеенчатый, клеенка плотная. Стоит 199 рублей. Да, в общем-то это недорого. Еще и с ручками. Это считайте, что чемоданчик за 200 рублей такой. Вот тоже для хранения вещей хорошая штука. А вот такой вот 749 рублей. Это вообще огромный. Сколько он метр? Сантиметров 90 в длину. Это вообще под кровать вот такая штука. Так, ну тут есть разные еще ящички, коробочки складные такие вот. Вот. Еще небольшая складная штука. 1300. Ну что здесь? Вот здесь так дорого. Это что, кармашки с боков? В ванную, наверное. Так, ну, мне такая штука не нужна. Ладно, они тут разные всякие есть.
О, зашла я в отдел. Тут, кстати, тоже есть рамки. Ну, говорят, вот там вот дальше рамки есть. Сейчас зайдем. Цветы, цветы. Ароматизированные еще свечи тут разные. Тут так пахнет вкусно. И вот я хочу прям цветочки посмотреть. Я очень люблю вот эти вот разные цветочки. Смотрите, какие красивые. Да, цветы, конечно, клевые, но каждый цветочек стоит по 350, 400, 500, 600 рублей. В общем, такой букет будет стоить что-то очень много, мне кажется. Так, ну и растения. Прошли мы фоторамки, классные там. Ну, я взяла дешевые вообще нормальные рамки, потому что другие подороже. Ну, цветочки, блин, хорошие, ну, они искусственные. Но как живые выглядят вообще. Вот так вот интерьерчик такой для декорации сделать можно было неплохой. Ну, смотрите, какая красота. И ухаживать не надо, поливать не надо. Вон какие розы, куст розы. Класс. Все, подходим к финишной прямой. Заканчивается наша с вами прогулочка. Вот такую вот беседочку хотелось бы себе иметь в садике, в огородике. Так, все, выходим. 89 рублей. Вот такие вот цветочки. Ой, на ощупь они как будто настоящие. Так они, наверное, настоящие есть. Ничего себе. Класс. Другие растения еще есть. Да, это похоже живые цветы. Ну а при выходе из Икеи тут, конечно, уже как идти до кассы, тут надо смотреть. Еще что-то могут попутствующие, сопутствующие товары вам предложить. Так, ладно, по-быстрому. Ой, ура, свежий воздух. Так, надо немножко посидеть, отдохнуть, а то ножки у меня что-то уже устали. Все, еду домой. Взяла такси и прямо до дома. Так, ну что, девочки, покажу я вам, что я купила. Я уже дома. Я заходила в Fix Price и взяла еще две вот такие картинки. Ну, вот это вот Настечки как раз. Картинки по 99. И вот такой взяла органайзер там с делениями, чтобы туда вот эти бусинки складывать, если что. Ну, и, кстати, удобно будет с нее их брать. Так, ну, а что я взяла в Икее? В Икее я взяла вот такие две тарелочки по 59 рублей. Глубокие вот такие три штуки по 59 рублей. Вот эта штука тоже 59 рублей, зажимчики. Глубокая миска 129 рублей стоит. Но, кстати, мне тоже готовить удобно. Да и так салатики.
Взяла дешевые, простые, вот такие, видите, как раз для рисунков, для картинок. Самые дешевые взяла. 119 рублей, 5 штук, вот эти рамки. Все-таки не удержалась, взяла эту клеенчатую сумку. Это как чемоданчик, еще и с ручками она. Недорого, 199 рублей стоит, нормальная. И 4 взяла коробки. Коробки по 299 рублей. Вот и все мои покупки. Собственно, я за коробками, в основном за рамками туда ехала. Ну и заодно немножко посуды прихватила. Ну вот и все, мои хорошие. На этом мое путешествие закончилось. Покупочками я довольна. Сейчас потихонечку начну раскладывать, что куда. Ну и потом, может быть, в другом видео как-то я вам покажу, что в эти рамочки я поставлю. Куда посуду эту буду применять. Ну и также коробки тоже покажу позже. Ну а теперь мне нужно пообедать и отдыхать. Поэтому я видео свое хочу на этом закончить. Обратно я приехала на такси с комфортом, недорого. В общем, понравилось. И как раз успела вовремя до дождя. Уже начинал покапывать дождик. Вот, ну и видео я на этом хочу с вами закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, как всегда. И до новых встреч. Пишите комментарии. Всем пока!